Поля доски размером 8 на 8. По одному закрашиваем синий краской. То есть берем клеточку какую-нибудь и красим ее целиком синим цветом. Потом какую-нибудь другую клеточку тоже красим синим цветом. Требуется, чтобы в любой момент времени полученная фигура из нескольких клеточек обладала осью симметрии. Задача – продержаться 28 ходов. То есть сначала первую клетку, ось симметрии, разумеется, есть, даже на самом деле 4 оси симметрии, да? Потом нарисовать вторую клетку, и чтобы была ось симметрии. Потом третью, четвертую, пятую, шестую и так далее, 27-ю и потом 28-ю. Больше, чем 28 я не умею, и думаю, что и нельзя больше, чем 28. Как вот я это никогда не пытался, а вас не требуется доказать, что нельзя, от вас требуется реальная картинка. Так, господа, поскольку важен порядок добавления клеток, давайте сделаем так. Закрашивать синим ничего не надо, а надо нумеровать. То есть написать сначала на какую-то клетку число 1, потом на какую-то другую число 2, потом 3 и так далее, потом 28. 1, 2, 3, 4. Нормально так бывает, да. Нет, нельзя, стоп. Получили фигуру из 5 клеток, у которой нет оси симметрии. Когда вы поставили пятую клетку, все, это уже ошибка. Ребята, опять, надо следить по ходу дела. То есть не просто в конце посмотреть. 1, 2, 3, давайте, 4. Пока у симметрии все время была диагональная. Нельзя. Вот это очевидно несимметричная картина. Первые 7 ходов вполне имели смысл. Потому что пока еще можно продолжать, просто вы, к сожалению, продолжаете неправильно. 26. 26 неинтересно. Как ни странно, в этой задаче действительно довольно легко сделать 26, и вот надо чуть-чуть напрячься, чтобы получить 28. Но кто 26 сделал, тоже молодец, это тоже хорошо. Следим. 8, 9, 11. Все понимают, где у симметрии? Покажите, пожалуйста, где была у симметрии? Да, совершенно верно. Время была такая, да. 18, 19. Это была вертикальная симметрия. 20, 21, 22. Это сейчас горизонтальная. 23, 24, 25, 26. Это горизонтальная ось. 27. Здесь наклонная, да, диагональ. И 28. Спасибо, все правильно сделали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Я понимаю. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Отлично, спасибо. Между прочим, господа, автор этой задачи совершенно замечательный человек. Игорь Федорович Акулич, живет он в Минске, в Белоруссии. К сожалению, уже очень много лет я его не видел. Раньше, лет 10 назад, он все время приезжал к нам на так называемые математические бои журнала «Квант», который проходит летом в конце июня в Владиславле. Он автор большого количества вот таких вот странных задач, которые вроде бы и никакой, что называется, высшей математики и никакой школьной программы не требуют, а с другой стороны, которые вот, видите, симпатичные.
Вообще, таких вот творческих конструкторов, которые придумывают, изобретают такие вот задачи, если вам только кажется, что да, ребята всегда дают новые задачи, чаще всего наоборот, там, на любой олимпиаде задачи какие-то там чуть-чуть перелицованные, чуть-чуть как перефорулированные, старые. Просто потому что новых задач не напасешься, да? Олимпиад много, а придумывают их буквально там несколько штук в год новых интересных. Но вот Акури замечателен тем, что у него иногда вот бывают такие совершенно удивительные, красивые конструкции,